Полицейскими Адыгеи при силовой поддержке СОБРа задержаны подозреваемые в совершении дерзких разбойных нападений на кредитные организации. В каждом из этих случаев, детально изучив очередной объект преступления, приятели врывались в офис и похищали из кассы и сейфов все сбережения. Одно из разбойных нападений было зарегистрировано в конце декабря прошлого года в Токтамкайском районе. Тогда в организацию, осуществляющую деятельность по выдаче краткосрочных займов, зашли двое мужчин, скрывавших лица медицинскими масками. Затем, угрожая пневматическим пистолетом, они похитили 44 тысячи рублей. Аналогичное преступление было совершено спустя несколько дней в Майкопе. На этот раз добычей налетчиков стали 15 тысяч рублей. В результате комплекса масштабных оперативных и яростных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. В этот же день 20-летнего майкопчанина и его подельника, 21-летнего ранее судимого жителя Кашхабльского района, задержали. Полиция! 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 На машину! За спину руки! За спину! Что похищено было при разбое? Деньги. Сколько? Какая сумма? 14 тысяч или 15. Какое-то оружие, что? Чем пользовались? Пневмат. Поконкретнее. Пневматическое оружие. Отвечая на вопросы полицейских, молодые люди дали признательные показания. Общаясь с оперативниками, они также объяснили мотивы совершения этих тяжких преступлений. Вы скажите, что вас побудило к этому для совершения этого преступления? Что? И когда у вас этот план созрел? Изначально меня толкнуло на это как отдать долги. В рамках возбужденных уголовных дел в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. По решению Майкопского городского суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под